18:00. Мой ужин сегодня стейк у меня с молодой телятинки, вот такой красивый, маринованный на сковородочке, слегонца обжаренный. Я, знаете, раньше хорошо зажаривал, сейчас понял, что это лишние канцерогены, не так сильно зажарил. Немножко детского кетчупа и салатик весенний, давно не ел, захотелось яйцо, лучок, укроп со сметанкой 15%, очень вкусный салат. И я вот так его башенкой поставил, вот такая вот красотулечка у меня, приятного все, аппетит. 18:00, мой ужин, давно не кушал свой любимый капустняк, сегодня у меня капустняк на говядинке, нежная говядинка такая вкусненькая, я ее потушил, и потом, получается, капусту стушил, добавил туда мяско и добавил туда булгур, вот такой вот. Получился капустняк, очень вкусный, я обожаю это блюдо, на нем можно действительно худеть, потому что тут очень много капусты. Вы не кидайте рис и булгур много, а больше капусты и мяса кидайте, тогда вы будете худеть. Ну и салат с помидор, с огурчиков, с лучком на сметанке 15%. Приятного всем аппетита. 18:00, мой ужин, сегодня у меня капустняк на булгуре и филе куриным. Капусточка, морковка, лучок, немного перца сладкого, все это тушилось. Потом мяско я отдельно пожарил, все это смешал, добавил булгура, 25 минут, и блюдо готово, очень вкусно. И получается синенькие острые по-корейски, не моего приготовления, покупные. Приятного всем аппетита. 18:00, мой ужин, сегодня у меня тунец. Отварной, не покупал, мне подогнали родственники филе тунца, поэтому я его отварил, миленько порезал. Немного макарошек, спагетти, потер сверху сыром сулугуни, чтобы вот сейчас он подтаивает, и немножко укропчика. Приятного всем аппетита. 17:30, мой ужин, сегодня у меня печеночка тушеная в сметане с лучком и морковочкой. Грибочки запеченные, они маринованные сначала, потом запек я их в духовочке, сверху с сыром сулугуни. Посыпал фасоль спаржевая по-корейски, желтая и зеленая. Ну, желтая это она в карри вымоченная, зеленая просто в соусе, вот такая вот. И укропчик, не забываем про укропчик. Приятного всем аппетита. 18:00, мой ужин. Сегодня у меня салат сердечный из сердечек. Очень вкусный, я обожаю его. Тут яйца, сердечки, огурцы соленые домашние, морская капуста. Все это сметанкой 15% заправлено. Плюс помидорки, сметанка, чесночок, брынза и маринованные, ну, сначала замаринованные, а потом в духовке обжаренные шляпки шампиньонов с сыром сулугуни. Очень все вкусно, красиво. И вот у меня всегда вопрос возникает, надо ли мне ходить в ресторан ужинать, или можно вот так дома вкусно пищу, которую делал своими руками, а не кто-то там, знаете, как плохие продукты, неправильные руки. Самая лучшая и вкусная еда – это та, которую ты приготовил сам. 18:00, мой ужин. Два яйца на сковородочке, обжаренные под закрытой крышкой. Я сразу их как бы томленые такие. И не сильно зажариваю, а вот слегонца. И брынзочку домашнюю, коровью, потер сверху, специи добавил. И салатик с помидор, перца сладкого, лучок, сметанка. Очень все вкусненько и красиво. Приятного мне аппетита. 18:30, мой ужин. Сегодня у меня плов из булгура. Очень вкусный, на свининке, жирный. Я побольше морковочка, лучка добавил. Немного куркумы, поэтому он такой желтенький. Салат из помидор со сметанкой. Лучок зеленый. Острые синенькие. Такие как огонек называются. И немножко бурьена для красоты. Посмотрите на эту тарелку. Сытно, вкусно и безопасно. Можно кушать. 18:00. На ужин у меня сегодня плов из булгура.
Салат грузинский, острый, это помидоры, перец сладкий, огурец, лук, и все это под заправкой орехово с уксусом и чесночно. Очень вкусный салат. У меня есть рецепт на втором канале. Кто не знает, переходите по ссылке внизу в описании. Плюс морковка по-корейски и капуста морская по-корейски. И немножко для украшения и вкуса бурьянчик в виде укропа. Ням-ням. 18:00. Мой ужин. Сегодня у меня немножко спагетти. Два крылышка запеченных куриных и огурчик соленый один. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.